Здравствуйте, меня зовут Александра, проживаю я в городе Пскове. Летом 2023 года мне посчастливилось попасть на обучение в Китай. За это я очень благодарна компании Сьюи, которая предоставила данную возможность. Спасибо большое Хуси, которая помогала с переводом, которая отвечала на каждую просьбу, помогала нам. Спасибо большое Оксане Гришиной, которая присутствовала с нами постоянно, которая проживала с нами. На каждой лекции она помогала нам, потому что очень важно донести именно то, что говорили профессора. Вот. Мы обучились массажу Туйна, баночной терапии, моксотерапии. После приезда в Псков я обзавелась новой клиентской базой, работаю по проблемам бесплодия, занимаюсь восстановлением реабилитации после переломов, работаю с грыжами. Главное, что я вижу результаты своей работы. Это дало мне возможность работать еще более глубоко, чем я работала до этого, и результаты гораздо лучше. Поэтому в 2024 году весной я собираюсь на расширенный курс по иглотерапии, где я получу еще больше знаний и еду туда же, как Сани и Хуси. Вот. Спасибо вам, девочки, еще раз. А для тех, кто собирается поехать в будущем в Китай на обучение, главное, вы должны понимать, что вам дадут все возможности обучиться, вас привезут в клинику, к профессорам, вам помогут с переводом. Но вы должны понимать, что это не экскурсионный тур. Вы планируете все поездки самостоятельно. Поэтому подготовьтесь заранее, чтобы не было недопониманий, не было никаких вопросов. Вам предоставят обучение, за это вы и платите. А вот, до встречи в Китае!